А вот и мы, дорогие мои, наконец-то одеты, как должно быть, блестяще для дракончика, провоцировать его, чтобы он нам давал счастье, удачу и вперед. Сколько освещения! Ну что, за стол? Ну так, как обещала, ничего я готовить не буду, хватит нам костей. Па-па-ра-па-па-пам, па-пам. Та-ра-ра-да-да-дам, та-дам. Нам еще не хватает здесь как знаменитого блюда, которое наша красавица еще нам не приготовила. Эль-севиче. Так, что сейчас делают девочки? И за стол. Наконец-то я вот на человека стала похожа. Ну как я вам? Гляньте, звезда у меня. Прям звезда. Вот этой звезды мне не хватало как раз там. Начинаем! Наконец-то наш перуанский севиче. Да, твоя любимая песня. Каждый год она ее ставит. Опачки! Новый год, Новый год, Новый год. Мама, танцуем все. Танцуют все. Год, Новый год. Новый год, Новый год, Новый год. Опачки, это для вас. Эпочки, опа, все будет хорошо, мои хорошие. Это дочь меня ставит постоянно. Класс. Бабушка танцует все. А бабушка, гляньте, какое у нее ожерелье. Красавица. Дочь сделала фейерверки. Пипец, так и сгорели. С Новым годом, дорогие! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом всех! Смотрите, вот так вот встречают Новый год в Испании. А вы там за какого-то Киркорова говорите. Ай, блин, держу. Смотрите, ее внешний вид каждый год. Как вам ее наряд, а, дорогие мои? Сейчас ее посмотрите. Каждый год она раздевается в разные наряды. Смотрите, сколько салютов. Но это не сравнить с нашими. Не сравнить, слабенько. Уже, правда, про 10 минут прошло. После Нового года. Ну чё, молодцы, неплохо. Хоть что-то стреляют, правда? С Новым годом! С новым счастьем! И погнали! Вот это женский коллектив. Опачки. Начинаются салютики. Ну что, закончили в этом доме, поехали в другой. И мы уже в другом месте. Здесь мне спокойней, дорогие мои. Здесь намного спокойней. Подурачились, повеселились, попрыгали, поскакали. И все, и отдыхаточки. Или дальше праздновать. И как соединяются соседи в Испании. Ты здесь, мы там. Приходите в гости, блин, пипец. Сейчас к нам придут гости. Вот и уединились. De todo aquello que pasó entre nosotros, no sé cómo decirte, no sé cómo mirar. Espero que algún día entiendas todo aquello que hablamos. Tengo que estar seguro de algo. Моника
Ника на руку. Volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. Tienes una voz tremenda. No te puedo olvidar. Hoy sin ti empiezo a recordarte. Контар, мама, иди на контар, тихо. Товарищи, как классно с утречка похмеляться шампусиком. Хоть я и не люблю, но, блин, пришлось, а. Тут мне еще оставили чуть-чуточку. Час дня. С Новым годом, дорогие мои, с новым счастьем. А у нас и правда в этом году все будет хорошо. Посмотрите. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я точно знаю. Девочки, знаете, что я в это утро мне не хватает? Моего холодильника. Наверное, надо ехать за холодильником. Открыть его любимого, положить на лопаточки, знаете, да? И опять лечь спать. Как вам на это? И самое прикольное, вы знаете, все клялась, думаю, приеду сюда, отдохну. Я посмотрела, что здесь творилось на утро, думаю, встану, поперебираюсь немножко. Но бедненький поскакал на работку тоже с больной головой. Наверное, сегодня все с больной головой, правда? Поприбиралась, понавидала, по порядке понаводила. Думаю, блин, отдохнула, а? Ну ничего, зато от чистого сердца. Ну и как всегда везу с собой целую сумку еды. Как всегда, как мне классно. Класс, песенка. Люди уже завтракают, классно. Какой же ты вкусный на следующий день с костяшечками. Ой-ой-ой-ой-ой. И селедочка. Ой, слюночки потекли. Мне кажется, на второй день такая вкусная еда, ребятки. Короче, вы поняли, девочки, да? Год начался. Самое главное. Холодильник каждый раз, когда я открываю, он у меня уже жахается. И наверняка это будет, наверное, до завтрашнего дня. Жраточки и спаточки. Чудесный Новый год. Ну что, понравилась тебе еда? Ихняя латинская. Кислючая, я думала, что кислючая. Ну это сальмон аж, ты шо? Ну сальмон, ну у них такий, вони їдять таке. А ми, для мене, допустим, це дуже-дуже кисле. Я не нахожу, да, риба, звісно, дорога. Но, ну, не нравится. Ну, в каждой стране свои обычаи. Ну, что да. Тут зробиш? Ну, їх это... А нас холодець. А наш холодець ніхто не заміне. Нам ніхто не заміне його. Так що кожного своє. Ну їм теж понравилась наша їда. Звісно. Ти бачила, як вони за щоки уматували этот самий под шубою. Так їм понравилось. І під шубою все їли, правда? Да. І холодець теж понравився наш. Так що кожен в країні по-разному. Здохвали. Так оце і вони. Они там старались, блин, я их там гоняла, как сидоровых коз, говорю, давайте быстрее посадимся. Кстати, девочки, хотела вам сказать, видео, когда мы кушали увы, ну, виноградинки, да, 12, его не было, потому что мы разговаривали на камеру с нашими родственниками, с нашими близкими. Да. И самый классный кусок был, как говорится, не было его, потому что он был посвящен так же само кусочек нашей семьи. Мы вчера поговорили со всеми, да, как здорово. Боже! Увидели всех, и мои племянники, и мои двоюродные сестры звонили, мои тети. Вообще супер, ребятки. Это, конечно, ну, что поделаешь, простите, но это у нас не появилось. Ну, хоть кусочек мы вам показали, потому что в этот момент и правда говорят. Звонят своим. А я и не успела. Сказала виноград, а я побила на кухню шукать. А мне виноград вообще не дали. Они сами сели, блин, я вообще охренела. Стаканчики себе взяли, как раз виноградинки, и я разговариваю с моим племянником. И хлобысь полностью. Вот так я ела виноградинки, дорогие мои. Я их все вживала, мой племянник умирал со смеху, как я его ела. А что? Съела, загадала. Отбылись. Я и не успела ни загадать, ни съесть. Вот так вот, как это говорится. Это испанский, это не считается. Не кажи. Мы самое главное, что мы отпраздновали наши в 11 часов здесь, а у вас было 12. Да. Самое главное, что мы отпраздновали наш Новый год. А все остальное, как говорится, все будет наоборот. Хорошо. Наоборот.
нас, у них уже было 12, а у нас ще 11. Тобто, ну, ми відпраздновали наш український Новий год. Да, это самое главное. Слышишь, говорит, смотри, какие мы красивые. У тебя там загиб, и у меня там загиб. Ну, торчи, потому что на подушке целый день. Так, воно... так что, ребятки, все самое главное было прекрасно. Правда, мамчик? Да. И все. А погода у нас, конечно, летняя. Лето, конечно, на улице. Я вышла на улицу, не пойму. Один идет в шортах и футболке, куртки, то розітий, то спортивному. Новый год, все будет хорошо. Так что, девчатки, да. С Новым годом. Новым годом, с новым счастьем. Зайдет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, ой, останется.